Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим куриную грудку, жареную с брокколи. Для приготовления этого блюда нам понадобится 2 куриные грудки, 300 грамм свежей или мороженой брокколи, репчатый лук, зубчик чеснока, куриный бульонный кубик, соль, черный молотый перец, молотая паприка, соевый соус и немного растительного масла. Для начала нам нужно замариновать куриную грудку. Нарезаем ее небольшими кусочками. В мясо добавляем измельченный бульонный кубик. Немного черного молотого перца. Немного молотой паприки. Чуть-чуть растительного масла, примерно столовую ложку. И 2 столовых ложки соевого соуса. Все перемешиваем и оставляем мясо мариноваться минут на 15-20. Мелко нарезаем лук, чеснок прям на мелкой терке. Пока маринуется мясо, отварим брокколи. Опускаем ее в кипящую воду. Подождем, пока вода закипит, и отвариваем брокколи в течение 2 минут после закипания воды. После того, как брокколи покипит 2 минуты, перекладываем ее в ледяную воду для того, чтобы сохранить ярко-зеленый цвет капусты. Отваренную брокколи слегка обсушиваем при помощи бумажных полотенец. Крупные соцветия брокколи разрезаем на более мелкие. Все продукты подготовили, можно приступать к приготовлению блюда. В сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем на нем лук до румяного золотистого цвета. Когда лучок зазолотится, добавляем в сковороду мясо и, помешивая, жарим его в течение 5 минут до изменения цвета мяса. Через 5 минут, когда мясо обжарится, добавляем к нему брокколи. И жарим еще все вместе 5 минут. Через 5 минут снимаем блюдо с огня, даем ему отстояться примерно 1 минуту и только после этого добавляем к нему чеснок. Хорошенечко еще раз все перемешиваем, пробуем блюдо на соль. Если соли не хватает, то соль добавляем по вкусу, обычно соли достаточно. Все, жареная куриная грудка с брокколи готова. С пылу жару можно подавать блюдо к столу. Я надеюсь, что оно вам понравится. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока.